Акт 3. Без недочетов. Дислокация Тибет. Время 15.00 по местному настоящее время. А вы находитесь на канале Asmode Play. Играю в Снайпер 2. Фрейзер, докладывайте, Диас, что там творится? Воин тени или кто он там? Он жив. Это бред, агент, возьмите себя в руки. Я сам поверить не могу, сэр, но это правда. Похоже, это с ним мы столкнулись в отеле на Филиппинах. Черт побери, косяков в этом деле выше крыши. Ладно. Судя по данным со спутника, тепловой сигнал патогена находится на борту вертолета, который сел в 2 километрах к востоку от тебя. Необходимо задержать его, пока мы не подтянемся. А если Мэддокс попытается помешать... Я знаю, что делать. Знаешь. Я тоже знаю. Там выбор-то небольшой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ползти. Так не хочется. Учитывая особенности района, Мэддокс приготовит себе кучу удобных и защищенных позиций. Будь осторожен. Давай. Ладно, выдвигаемся. У нас часы текут. Буквально. Следуйте за Диазом. Давай. Я пойду первым. Откуда ты знаешь, куда надо идти? Ох, красотища-то какая, лепота. Давайте, кто меня? Ты еще меня не предал. Все не могу поверить, что Мэддокс живой. Блин, как будто опять гребаная Сараева. Зато никаких чемоданов, набитых чистыми купюрами по 100 баксов. Он не... У моста очень оживленно. Но нам нужно пройти. Я готов вступить по твоему сигналу. Неплохо. Нормально. Все чисто. За мной. Кстати, справа находится кнопка подписаться. Жми на нее. Не пожалеешь. Мы играем здесь. Район чист. Ну, в основном старые игры, хотя и не только. Сейчас совместно я записываю еще 2 игры. Ты замечательно смотришься в моем прицеле. Банк! Выжил. За мной не поднимаясь. Карл Мэддокс, это тебя запах капусты воскресил? В задницу тебе и твои прощальные речи. Давай. В этом мире или ты первый номер, или кранты тебе. Как он к нам вклинился? Это твой новый наводчик, Кол. Кстати говоря, ты выглядишь как конторская крыса, нацепившая новенькую форму, говнюк. Не хочу просто пока руки об тебе марать. Не смог или не захотел? Целиться так и не научился. Чё ты держишься за винтовку, как за хрен? Отлично сказано для 5-летнего. Ну да, шавка дяди Сэм. Лаешь ты до сих пор куда круче, чем кусаешь. Помнишь свою команду на Филиппинах? Келлер и Гомес, так что ли? Так. Слышал, как они орали по рации. Умоляли им помочь, когда я всех мочил. Ублюдок. На этот раз дело до конца. Мать твою. Впереди открытое пространство, у нас шлепнет. Ну что теперь? Вот сюда давай. Ставлю завесу, будь готов действовать быстро. Хорошо, пошел. Давай, я за тобой. Так еще легче за тобой наблюдать. Я понимаю, что ты хочешь мести, но биологическое оружие... Представь, сколько людей погибнет. Даже у жадности должны быть свои пределы. Да ты вообще ни хрена не понимаешь. На этой полоске земли множество целей. В хижинах на 12 часов, судя по всему, снайперы. Их слишком много, чтобы идти в лоб. Нужно их отвлечь. Если взорвать ту канистру, то огонь быстро распространится. Это нас выдаст. Но зато Мэддокс ничего не увидит. Вот это тот хитрый сукин сын, которого я знал. На.
Минутку. Так. Подождите. Ты сможешь его подбить? Куда стреляешь? Вижу. Давай. Еще давай повернись хотя бы. Ты такого пук-пук-пук там. Ага, тихо и незаметно. Еще как заметно. Направо. Куда ведешь ты меня, старик негодный? Здесь совсем никого. Не нравится мне это. Осторожно! Еще снайперы на вышках. Так. Хорошо, пошел. Ну кто так встает-то? Дурачок. Бежим. Блин, у меня от этих это беготни, одышка потом зверская. Сюда, давай. Хоп. Эй, хоп. Давай разделимся. У Мэддокса появится новый повод для беспокойства. Я слева, ты справа. Да, что-то сомневаюсь, что у него вообще беспокойство есть там. Так быстро, верблюд арабский. Он мой. Ага. Ты в порядке, напарник? Я бы не хотел, чтобы с тобой... Блин. Как скажешь. Увидимся на той стороне, Кола. Это кто кого первым? Отличный выстрел, тупица. Чтоб меня! Давай. Можешь отдать должок прямо сейчас, меня засекли. Сейчас прижмут. Я уже в пути. Нормально. Сюда, давай. Давай. А, я должен сюда же бежать. Так что, все нормально. Жди меня. Передача, жди его меня. Окружи, давай. Осторожно, он в той башне. Я вижу наверху пару бочек, пора нам раскидаться. Коул. А вот и ты. Так. Давай. Прекратил огонь. Наверное, меняет позицию. Конечно. Как его не убило еще? Поднимаемся. Давай. Блин. Как ты медленно лезешь. Надо было вперед тебя лезть. Идем дальше. Давай, куда ты? Внимание, снайпер. Башня на 11 часов. Вижу. Восстанавливаю дыхание. Восстановил снайпера. Вторая цель на 10 часов. Сейчас, минутку. Следующий на час. Так. Осталось двое. Постарайся их завалить. Первый. Второй. Хорошо, со мной. Давай. Куда ты меня ведешь?
Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я сюда хотел. Что-то толкаться будем боками, что ли, сейчас? На эти узкие лестницы. Мэддокса не вижу, но во дворе разворачиваются несколько минометных расчетов. В первую очередь нужно нейтрализовать эти минометы. 550 метров. Готово. Вторая справа от статуи. Да где я старую снайперскую винтовку такую таскал? Уничтожь минометы. Пока минометы не заткнутся, мы и головы поднять не сможем. Неплохая винтовочка. Ну как неплохая? Замечательная, я сказал бы. Все минометы нейтрализованы. Черт побери, что теперь? Он шлет снайперов. Сам их тренировал, как ты меня когда-то. Давай, где они? Не судьбы, да? Ну, проверим, кто кого. Да где вы? Метров. Не вижу. На! Между скалами 670 метров. Башня слева примерно 1000 метров. Да где? Чё за квест, мать вашу? Тихо. Вот он. На. Всё? Дерьмовое было шоу. С меня хватит. Пора толстой леди спеть для тебя, Андерсон. Ты слишком много болтаешь. Всё, мы уходим или чё? Где ты? Стареешь. Почему старею-то? Попал же! На! Это не должно было так закончиться, приятель. Юниформ. Это Razer 32. Мэддокс убит. Это точно. Теперь займемся контейнером. Razer 32, доложите обстановку. Обстановка полная задница. Принято. Хорошо сработал, капитан. Но все равно ты засранец. Взаимно. И что это было? Плохой выбор, ошибка. Больше я ее уже не повторю. Вот так. Кстати, тебя кто-нибудь дома хоть ждет? Моя винтовка мой лучший друг. Она моя жизнь. Замечательно. Моя жизнь. Улетай. Пока-пока. Ну, чё, всё, что ли? Или как? Ну да, вот мы прошли еще одну игру. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии по поводу вот этой игры, вот этого снайпера. Вот. Кто как проходил, потому что раньше я убивал всех, никого в живых не оставлял. Ну, прихоть у меня такая была. Сейчас вот прошел, там людей тоже осталось в живых много. Ну что ж, на этом все. Пока.